Службу в армии по призыву предлагают включить в трудовой стаж и с ее учетом начислять в будущем человеку льготную пенсию. Такую возможность обсуждают сейчас члены Совета Федерации и сотрудники Министерства труда и соцзащиты. По словам инициаторов, нововведение необходимо, поскольку, цитата, «служба в армии является конституционной обязанностью. Человек не может просто отказаться от нее в пользу работы и в результате теряет 2 года стажа». Конец цитаты. В Совете Федерации уже подсчитали, 2 миллиарда рублей надо ежегодно, чтобы учитывать службу по призыву при назначении льготной пенсии. Многие из тех, кто служил и служит, такое предложение сегодня поддерживают. 30 с лишним лет я отдал службе в органах МВД, там, да, и ФНИЧКИНа. И говорить, раз Конституция закреплена, что человек, значит, молодой, да, должен отслужить, так он же не по своей воле. Значит, извините меня, значит, он расслужил, служил родине, служил стране, значит, естественно, это должно зачитываться в пенсию. Ну как иначе-то? Если бы, ладно, была альтернатива, да хочешь служи, не хочешь, иди, значит, там работай. Вот туда сказали, ну, тебя никто не заставлял, ты сам пошел там по контракту поработать, денежки заработать.